Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть во владельца кафе. Здесь, собственно, мне написал мистер Неймис комментарий. Сразу давай начнем, сделаем так, чтобы было все правильно. Клиентов пока что нет. Смотри, первое, что мы должны сделать, это, наверное, все-таки освещение оптимально поставить. Знаешь, какое? Вот такой вот. Где здесь мой ресторан? Время включения в 22 часа. Темень, правда, будет, глаз кали. Я, правда, не понимаю, зачем. А время выключения ламп в 6 часов. Вот. Так. Фотоаппарат откроется, когда достигнешь 7 уровня. Мне пишет. Вокруг бродит снежный человек. Сразу сделай место для второго повара. Это, конечно, будем делать, да. Цены на блюдо поставь чуть выше конца зеленой полоски. Это мы тоже сделаем. Только, правда, как это сделать, я что-то вообще не особо помню. Может быть, вот здесь вот где-то, да, в менюшке? В менюшке. А тут полосочки-то нет, ни хрена. Ну, типа, вот так вот, наверное, да? В конце зеленый ставим везде. Все, в конце зеленый ставим. Ого. Ого, ого. Вот. Сделали мы с тобой ценники. Выставили. Мне кажется, как будто... Заведение открыто. А сколько времени, кстати, у меня сейчас? Смотри, блядь, почти обед, а я только открылся. Это несерьезно. Вот. Ценники мы с тобой выставили. И нужно маленькие столики поставить. Маленькие-маленькие столики. И знаешь, без снежного человека на самом деле здесь достаточно неплохо, и у меня он огромный лось ходит по территории. Просто реально огромный лосяра. Огромный лосяра. Так, а когда я смогу себе нанять человека? Например, где здесь менеджмент? Заплатить, нужно ли? А зачем его платить? Вообще не надо ничего. Заплатить хедхантеру, текущий персонал, найти новых работников. Когда вот можно будет вот сюда нанять человека? Вы можете принимать столько заказов одновременно, сколько у вас кухонных столов и работников. Показать, не показать. Мне бы сюда человек нанять бы. Я не хочу это самое. Я вот хочу, чтобы он сам... На данном этапе развития ресторан ты должен сам принимать заказы. Я не хочу сам принимать заказы. Я хочу, чтобы это самое... Ну-ка. Это что значит-то? А, ёп, я забыл, как это делается, ты представляешь? Нужно взять, открыть, где он находится. Где он находится? Другой, наверное, индейка. Пожалуйста. Так, денег он мне отсыпал, спасибо. Давай на вазон зайдем. Ну, в смысле, я не могу... Не могу даже посмотреть, что там в этом магазине имеется. Здравствуйте, женщина. Какая вы шикарная. Давайте я вас на превьюху запилю. Вот такую вот. Вот красавица. Так, берем. Паста карбона. В смысле, а там уже сидит кто-то, что ли? Никто не сидит, блин. А зачем? Не пойму. Подожди-ка. Мусорку, что ли, там надо было бы убрать? Что значит-то? Я что-то сейчас... Подожди-ка. Готовые блюда. Я вот отнесу. Отнесу готовые блюда. Взять, пойду отнесу этому товарищу индейку за 13 долларов. Где же индейку-то найти? Тёть, я на самом деле не понимаю. А, наверное, нельзя было поставить, потому что готовил только один. Так, паста карбонари, паста карбонари. Вот тебе карбонари, иди занимай свой столик. Так, дружок, а ты сейчас уйдешь, да? Да, потому что не осталось места. Так, нужен второй кухонный стол. И вкорячить, наверное, нужно... А сколько вообще всего можно этих работников нанять? Потому что здесь вот всего-навсего места немножко. Места-то совсем мало. Надо будет поставить, наверное, вот сюда. Вот сюда вот второй стол влепить. И вот сюда вот два холодильника. А по-хорошему вот сюда вот три холодильника. Ага. Три холодильника, а... Рядышком. А еще вот там вот три стола. Будет вообще круто. Так, на, тетенька, покушай. Опа, денежка. Плюс одна денежная операция. Плюс одна тысяча. Ой, плюс одна тысяча. Плюс один доллар мне дали. Улыбается, все ей хорошо, все ей нравится.
Так, а присесть можно? Как жаль, что нельзя. По-моему, ты пельмени какие-то наяриваешь. Там макароны должны были быть. Ну да, правда, макароны. Ой, пельмени ест. Странная история. Так, паста карбонара. Так, ступай. Мне вот больше всего интересно, как мне по продуктам бы смотреть. Вот продуктов мне хватать будет или не будет. Мне же... Так, красным цветом выделены продукты для ваших блюд из меню, количество которых меньше 5 штук. Пара-па-пам. Так. А красным это как? Это вот это все красное отмечено? Мне же все столько не нужно. Подожди-ка. Ща-ща-ща. Так, приготовил, молодец. Давай возьмем пасту. Пасту. Хватит говорить по телефону. Давай, иди, это самое, кушай. Обучение окончено. Поздравляем, вы успешно прошли обучение и теперь... Можете приступить к полноценной работе и развитию своего ресторана. Мы уже перевели на ваш банковский счет $200 в награду за успешное завершение обучения. Так, так держать. Это мало, мало как-то. Мало. Мало. $200 в награду за успешно пройденное обучение. Это очень мало. Это что значит это такое? А, пицца. Пиццу берем. Пепперонька. Пеппероньку, на. Так. Здорово. Опять смотрим по... Так, какие штрафы, какие-то счета. А, ну тут здесь, блядь, дюжманом вообще получается. Бездомный, если вы не будете поддерживать хорошие отношения с местными бездомными, они могут вредить вашему бизнесу, например, разбивать окна или бросать мусор на территории кафе. А иногда они могут просить у вас деньги, рассказывая очередную историю. Давать им деньги или нет, выбор за вами. Хорошо. А, выбор за нами, значит, за нами. Смотрим, значит, по продуктам. Продукты все вроде как... Какие-то рыжие, что ли. Но красного ничего нет. А синие это что значит? Вообще, ну, типа, вот оно, синие. Продать, 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 продать. Готовые блюда беру. Беру пиццу. Это что значит, эй? По-моему, какой-то мудозвон мне разбил стекло. Правда? Даже, блядь. Ну на, пиццу-то себе возьми. Три раза нажал, ну. Так, тетка, подожди, 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 подожди. Индейка, другое индейка. Все, шуруй. Не злись, потому что мне разбил кто-то стекла. Мне кто-то разбил стекла. Так, иду смотреть, где стекла разбили. Вот они, стекла-то разбили. А кто разбил? Ты? Ты разбил стекло, нет? Важный хер какой идет. Кто-то мне разбил стекло. И вообще не сильно переживает по этому поводу, хочу заметить. Надо пиздюлей ему выписать, пойти. Обслужить 20 клиентов. Чтобы нанять кассира, наймите работника планшет-менеджер. Менеджмент. Затем откройте меню кассы и выберите работника. Хорошо, давай мы сделаем вот так. Менеджмент. Менеджмент. Так, паста карбонара тебе нужна. Другое. Нет, не другое. Это должна была быть паста. Паста карбонара. Так, нет свободных столиков. Ну и хуй на него. Эти столики свободные. Так, индейку беру и несу вот сюда. На, поешь. Деньги не воруй. Все. Так, подожди-ка. Свет включается снаружи. Здесь он как бы горит и горит. Хрен на него, да? Подожди. Мне нужно нанять кассира. Мы с тобой сейчас берем. У нас 4 часа времени. Столики нужно покупать. Мне сказал, опять же, мистер Неймис, что нужно в самый низ прокрутить по мебели. И увидеть там маленькие, компактные, дешевые столики. Вот это сколько стол стоит? 350 бачей. Это очень-очень-очень много. Мы с тобой возьмем маленькие столики где-то внизу. Вот тут вот, наверное. Вот это, наверное, $270. 250, во. Нихуя компактные. Нет, что-то не компактно, ни хрена. Так, подожди. Фишка игры в том, что за каждым столом, даже восьмиместным, может одновременно сесть лишь один посетитель. В зале должно быть минимум 4 столика. В нижней части мебельного каталога есть столики покомпактнее и подешевле. Есть. Кальяныши продают. Это что значит вообще? Несерьезно это все. Так, вот этот столик. Можно его, конечно, на него посадить. Тут что-то, блин, ни хрена себе. Это я какой-то не прокачанный еще совсем, наверное. Вот это может быть. Ну, тоже ни хрена не компактно.
Так, давай посмотрим еще какой-нибудь покомпактней столик. По идее, во, вот это компактно. Поставим вот сюда. Вот сюда. У меня столько посетителей не бывает, я тебе так скажу. Продать. Я не хочу разные столы. Я хочу, чтобы было все однообразное, однотипное, потому что, ну, ни хрена себе, это все-таки ресторан. И мы пытаемся соответствовать всем вот этим требованиям, которые там к нам предъявляют. Вот сюда. Да хватит дергаться-то, ну, в конце концов, имей ты совесть-то. Игра сохранена, спасибо. Кто-то просил вообще это делать? Погоди-ка. Вот так, наверное, ровно, да, будет? Ну да, по идее, да. Да ну что тебя так чуть колбасит-то во все стороны? Ну имей ты совесть. Пятый. И давай шестой стол в сандалии вот сюда вот. На кой они хрен вообще нужно шесть столов мне в этой, в моем заведении? Я не знаю. Но пусть будут. Так, идем, значит, 636. Да можно уже, наверное... Нет, подожди, нельзя еще. Идем в менеджмент. Заплатим хедхантеру. Не, спасибо большое, блядь. Мне можно другого какого-нибудь... Не хочу я такого, блин, скорость работы, ты видел его, нет? Мотивацию давай, на, все, замотивирован человек. Скорость работы, говно. Давай еще работника ищи. Вы можете нанять человека в костюме, чтобы привлечь больше посетителей. Он будет танцевать. А, вот что это такое-то. Заплатить хедхантеру. О, скорость работы, коммуникация. Коммуникация говно, но мне она и не нужна, потому что человек будет стоять и рыбу варить. Потому что, ну, а вообще ему не нужно думать даже. Так, назначь работника. Назначь работника, значит, вот это вот, да, скорость работы высокая. Да, коммуникация говно, ну и хуй на нее, на эту коммуникацию, как я могу тебе сказать. Открываем холодильник. Это что за хуйня такая? На, это нормально вообще, нет, типа? А ты че сюда идешь-то? Он сейчас мне какой-нибудь штраф выпишет, я вообще так не хочу, эй. Ты ж пожарник. Ты че творишь-то? Куда идешь-то? Он мне сейчас штраф выпишет за то, что у меня огнетушителя нет, ни хрена. Да-да, по-любому, слушай. Че приперся-то? О, меня зовут инспектор Льюис, периодически я буду приезжать к вам, чтобы проверить пожарную безопасность, потому что безопасность наших посетителей прежде всего. По нашим правилам, у вас должно быть минимум 3 исправных датчика дыма на каждое помещение среднего размера. Периодически проверяйте ваши датчики дыма, чтобы выявить поломку и вовремя их заменить. Результат нашей проверки ниже. Хорошего дня. Штрафа нет, если у вас нет средств, это... Охренеть, ты смотри-ка, ну. Так, убрать вот эту ерунду. Пятый уровень у меня будет еще не скоро, поэтому паста карбонара и, собственно, до свидания. Что трудится, да, да. Давай, люди, приходите сюда, приходите, клиенты. Я жду не дождусь, когда же у меня будет уже работник, который будет спокойно там стоять и обслуживать всех этих клиентов. Потому что, ну, это ни хрена себе не здорово. Так, пицца пепперони. Чё, повара вообще пошли работать, смотри-ка. Мне просто интересно, вот этот товарищ куда пойдет сейчас готовить? Сюда или на эту, как ее называют? Не успею, да, посмотреть? Не успею. Я просто хочу узнать, на одной они плите будут готовить, или же все-таки не будет он на одной плите готовить? Так, тебе что надо-то? Так, это у меня что в руках-то? Вот это вот, на, держи. Так, тебе что нужно? Индейка, это другое. Угу. Блин, заказы прут. 3 звезды. Скоро будем 5-звездочными. Посмотреть нужно, что-то где-то мусор какой-то лежит. Где этот мусор? Хрен его знает, где он лежит. Так, готовые заказы, взять пепперони. Пепперони. А что только один лоскуток-то положил? Это несерьезно. Так. А ты что тут стоишь? А, индейку ждешь.
Это ты что, обосрался, что ли, здесь? Ну, в конце концов. Лазанья. Лазанья, что у нас вообще есть-то? Наверное, другое. Другое. Так, мне нужно помыть. Это несерьезно. Топтали, блин. Так, заказ готов. Индейка. Это тому мужику в костюме нужно отнести. Он даже подсвечивается. Ты погляди-ка, ну. Так, тебе что нужно? Тоже лазанья. Лазанья другое. Рынь. Две лазаньи готовятся. Сделал две порции, товарищ. По-братски, ну. Чтобы вон тот не переживал. Почти четвертый уровень. Хочу заметить, как-то очень странно здесь накапливается этот опыт, потому что у меня как бы уже как... Ну, есть у меня четвертый уровень, но что-то как-то не совсем походу, да? Опа, здрасте. Так, лазанья. Не-не-не, подожди. Индейка. Блин. Все, нет. Во, индейка, это другое. Показать готовые блюда, взять. Чё-то денег мало так я зарабатываю, это вообще несерьезно. Это очень мало. Уровень повышен четвертый. Поздравляем, уровень вашего ресторана повышен. На ваш банковский счет поступили деньги в награду, а также... Не смог я прочитать, потому что, блин. Денег мне, короче, выписали. Так, это тебе. Держи. О, деньги лежат и лежат. Просто прям вот вообще прям ходи не хочу, собирай не хочу. Мало очень денег дают. Мало. У меня всего 3700. Так, все у нас заняты. Подожди. Подожди, тебя приготовят, а потом будешь и кушать. Нужно еще третьего повара нанять, потому что, ну, блин, несерьезно это тоже, опять же. Повторюсь. Индейка. Показать заказы. Индейка. Что-то индейка у нас вообще расходится только так. Так, куда это? Вот этому? Держи. Опа. Опа. Так. Давай сюда. Тащи. Быстрее. Так, показать готовый заказ. Лазанья это другое. Лазанья. Показать готовые заказы. Оп. Индейка. Держи. Блин, ну смотри, это круто. У нас народу ходит только так. Чуть подфризивает чутка игра, как-то почему-то народу много очень. Может из-за этого, может не из-за этого. Тут как знать вообще. Так, давай, быстрей. Так, паста карбонара. Это в пастах нужно, в пастах. Это вот сюда и карбонара. Так, взять индейку. А пошли отдадим. Знаете... Чё тебе не нравится? Ты что таким лицом пресным сидишь, как будто я тебе это тарелку насрал. Так, едем дальше. Индейка тоже другое. Показать готовое блюдо, лазанья. Пойдем отдадим вот этому сотрудничку. Блин, чё они такие все недовольные становятся? Ух, устал. Так, чё по продуктам у нас с тобой? 20x, 17, что-то непонятно вообще ничего. Я не очень понимаю, что мне нужно заказать. Реально не понимаю, что нужно заказывать. Как понять, нужно оно мне или не нужно? Индейка. Красный, говорит, подчеркивается, а я откуда знаю, красный это или не красный. Вот кушай, тетя, кушай. Уши никого не слушай. Ух, ёб твою мать. Грязюки-то как много, ну. Никто не приходит к тебе, не убирается, ну. Так, и паста карбонара. Что-то они одно и то же заказывают. У меня вроде как там много чего лежит в этом, в менюшке-то. Они едят одно и то же. Так, слышь? Пшёл вон отсюда. Человек, который пытается мне навредить, только больше ничего не делает. Погоди, 5 секунд. Сейчас мы с тобой разберемся. Сейчас доготовит человек, видишь, и все, и пожалуйста. Так, тебе нужна индейка. Так, держи. Все улыбаются, всем все нравится. Пойду деньги соберу. Так. Надо уже мусор вывозить будет сейчас. Так, тебе чего нужно? Пюре. Тоже другое. Так, взять пасту карбонара. Держи. Кошечка мурлыкает, мяукает.
Тоже покушать хочет, наверное. Но извини, кошечка, у тебя денежек нет. Где ты есть-то? Ох, вообще что-то, блин, пятый уровень, скорее бы, чтобы нанять кассира. Это просто вообще, это что-то с чем-то, так, индейка. Просто самому все это делать, это так сложно. Это реально как-то, ну не то чтобы сложно, это просто столько суеты. Пять секунд, тетя. Да. Я думаю, вы не против, что я здесь по столу бегаю, это потому что, ну, так нужно. Так это быстрее происходит, просто все мои действия происходят гораздо быстрее, когда я бегаю по столу, ну. Так, готовь. Смотри, значит, мне нужно что? Ничего нужно-то. Мне нужно посмотреть. Тащишь? Нет. Сколько ждать тебя? Так, пицца пепперони. Готовое блюдо. Взять. Держи. Оп. 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 Все, взял, все собрал. Что такое-то? Ну это не серьезно. Ты где здесь? Грязь-то натащил мне, зачем? Как дам тебе веником по голове. Так, пицца пепперони, трик. Обслуживаем последнюю тетку. И выполняется задание. Дополнительная работа. Повышать уровень ресторана, чтобы получать дополнительные заказы на реставрацию, обустройство других кафе и ресторанов. За выполнение таких заказов вы получите денежную награду, новую фурнитуру, опыт и логотипы. Откройте планшет и проверьте почту. Хорошо. Сейчас будем смотреть. На почту, не на почту. Так, пюре. Пюре это вот это. Вот это вот сюда, вот так вот, ага. Так, смотрим. Продвижение миссий по электронной почте. В верхней части приложения e-mail на планшете вы увидите индикатор выполнения. У вас есть неоплаченные счета. Что за счета? Оплатить? Делов-то. Так, смотрим. Почта. Привет, я видел твое объявление в газете Castle Lake Post. Мы с женой планируем открыть уютное кафе на окраине города, но не знаю, с чего начать. Нужна твоя помощь. Нужно убрать весь мусор, сделать ремонт и обставить интерьер. Поможешь нам это сделать? Мы хорошо заплатим. Начать. Здорово, дядька. Что нужно сделать? Убери весь мусор, реставрируй все, что сломанное. Создай интерьер и декор, который подошел бы для кафе. Удачи тебе. Это я могу, да. О, это я, блин, вообще, это самое. Это я, блин, первым делом могу сделать вообще. Я человек такой, знаешь, что это, блин, я и под кафе, и не кафе. Вообще, что хочешь, могу сделать. Ну, здесь сжечь, конечно, проще было бы. Нежели вот это вот пытаться что-то убрать. Блин, вот это вот... Я сначала вроде похвалил вот это занятие, когда ты просто берешь себе куда-то. И все хорошо. Но сейчас что-то меня это подбешивает, потому что ты... Долго очень это берешь. Да, это мох. В реальной жизни было бы гораздо дольше убирать все это, но, блин, вот это же игра, она же не должна наскучивать. Еще нельзя взять огромную лопату, сгрести весь мусор просто в кучу и уйти. Так, мусор. А есть мусор-то еще, нет? Где отображение, что у меня мусор... Сколько мусора осталось? Так, берем. Да возьми ты, пошли. Так. Ого. Да эти бочки надо на самом деле не выбрасывать, а с... Вот это вот для кого сделано? Вот эти вот глупые действия. Зачем я каждое колесо по отдельности беру? Нельзя стопку-то взять и выбросить. Так, так. Мне самое главное, чтобы мое кафе не скатилось просто в ничто, пока я здесь нахожусь. Так, нормально, не? Теперь точно нормально. Хорошо. Занятие такое себе, на самом деле. Чинить чужую кафешку. И вообще, по-хорошему, мне вот сейчас этим заниматься не нужно, потому что это же ведь мои, как их называют, соперники, можно сказать. Это конкуренты мои.
А они мне пишут такие: мы хотим кафешку тут рядом с тобой открыть, неподалеку. Приезжай, помоги нам сделать, а то мы что-то вообще как не понимаем, как надо делать. Ты сделай нам, а мы тебе денег дадим. Я им такой: да, конечно, хорошо, давайте. Они в итоге сделают сейчас лучше, чем у меня. Точнее, я им сделаю хорошо, а они еще денег будут зарабатывать больше, чем я. И в итоге к ним все клиенты пойдут, а у меня я с голой жопой останусь. Вот и вся история. Вообще как это, ни хрена себе, здрасте, несправедливо получается ситуация-то. Да, стукни ты по ней. Попадать очень сложно по этим палкам. Блин, тут все разбито, все стекла выбиты. Это вообще что такое происходило-то здесь? Так, благо они чинятся очень-очень быстро. Так, это вот сюда. Это вот сюда, это вот сюда, это вот сюда. Красота. Блин, такое медитативное очень занятие. Берем, значит, этот грабельки. Как мох убрать со стены? У вас здесь везде мох. Кстати, у меня 5-й уровень. Я сейчас смогу кассира нанять, представляешь? Кассир смогу нанять, в конце концов. У меня кафешка будет практически самостоятельная. Даже денег дали. Сколько там? 300-200 долларов. Неважно. Сколько-то дали. Так, листики. Когда все это закончится-то? Как понять вообще, сколько осталось? Панель задач. О! Я вот ее оставлю, пожалуй. Эту панель задач, потому что что-то как-то тут понятнее все стало сразу. Сколько мне нужно, сколько мне не нужно. За что мне денег дадут? 4000 долларов. В конце концов, я наставлю себе чего-нибудь такого интересного в своей кафешке за эти деньги. Найму, в конце концов, сотрудника. Заплачу какие-нибудь налоги, я не знаю. Ну, короче, найду применение деньгам-то, ну, потому что не лишние они. Да и к тому же, это практически, можно сказать, сюжет. Уборка. Уборка что-то не закончена, нифига. Так, а вот сюда-то нужно ходить? А, нет, наверное, не особо нужно. Так, это у нас вообще не нужно. Это вообще все. Стена кончилась у меня. Территория, по которой я могу ходить. О, блядь. А сюда можно. А здесь нельзя. А почему вот здесь вот нет этих, как их называют, баночек? Я бы баночку здесь нашел бы такой и радостный бы ходил дальше. Так, здесь, может быть, убраться нужно, нет? Нет, здесь тоже убираться нечего. Где же здесь уборка? А, крыша же ведь, крыша еще есть. Пойдем, пойдем, пойдем. Тук, 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 тук. Сейчас все починим, сейчас все уберем, покрасим. Блин, будет вообще шикарно все. Ёлки-палки, тут нифига себе, как много надо всего сделать-то. Там вон на кухне нужно очень много всего приобрести и расставить. Вот это будет сложно. Так, это все, ремонт готов. Да, стены, потолок, интерьер, уборка. Уборка, мне нужно посмотреть, где еще можно убраться. Вот. Ух, ноги сломал себе. Так, уборка почти закончена. Знаешь ли, осталось всего ничего. Но только где это всего ничего найти? Вот, вот что я тебе хочу сказать. Точнее, что я хочу спросить. Где вот здесь убраться еще нужно? Что я не заметил? Я, конечно, слепой, ну, не замечаю многого, но... Вот это вот что? А-а-а! Я думал, это просто закрасится. Ну, просто граблями обычно я это делаю, а тут нифига себе на стене мох, и так это получается. Подожди-ка. Вот это еще страннее получилось. А, вот. Все. Красота. Стен-потолок. Стен-потолок. А что стен-потолок-то? Мы с тобой вот так вот возьмем, да ты, все. Стен-потолок. Обои. Стены-потолок. 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 Потолок. Во. Потолок вот такой вот будет. Светленький. Я даже не вижу, блядь, где покрасил, где не покрасил, потому что здесь темно. Да, где стены, потолок-то?
Я вот просто крашу, а где крашу, черт его поймешь, я не вижу даже. Вроде говорю, светленький должен быть, а он чуть ни хрена не светленький получается. Ну, короче, по внешнему кругу мы сейчас пройдем, наверное. О, вижу, вижу, вижу. Во, вот тут не покрасил. Что-то тут как-то, знаешь, очень плохо видно на то, что я покрасил, то, что не покрасил. Но, с другой стороны, и хер бы с ним, как говорится. Ничего страшного в этом нет. Так, блин, вообще не вижу ничего. Наверное, все хорошо. Так, со стенами... Ой, да, с потолками все хорошо. Полы. Полы, 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 полы должны быть тоже типа такие вот... Давай какие-нибудь вот... Тоже вот такие. Как в больнице будет. Я, как вам уже известно, по хаус-флипперу дизайнер на все сто, на все руки, мастер, вообще, я цвета подбираю шикарно, обращайтесь ко мне, если у вас нет идей по ремонту дома, я всегда рад помочь, за результат не ручаюсь, но он будет отменным в любом случае. Я вообще это самое, могу, да. Мне бы деревянные стены сделать, я бы хотел вот что-то типа вот такого вот. Видите, я как подбираю мастерски, мастерски, просто это мастерски, иначе не скажешь. Все, интерьер. Интерьер у нас с тобой простой. Столы 4 штуки, касса 1. Касса будет вот тут. Лампы 2, почему-то, блядь. Ладно, лампы 2, лампы 2, лампы 2, лампы 2. Где лампы-то? Лампы вот, лампы 2. Если лампы 2, значит, их нужно такие повесить, чтобы они прям светили, блядь. Ну или нет, или не нужно, чтобы они прям светили. Знаешь, достаточно, наверное, будет вот такой. Да, будет достаточно такой. Если, конечно, не хочешь ничего видеть, то да, наверное, будет достаточно и такой. Срань какая-то получается. Стиль называется... Хаос. Хаос. Типа, вот ты вроде как бы делаешь красиво, но на мудо. О, просто вот все красиво в лампочках, все вроде светло. И ничего, никакой симметрии не надо в таком случае. Потому что здесь игра нихера не симметричная. Если в хаус-флиппере там все по клеточкам было, то здесь, блядь, лампочки не по клеточкам. Пол... Просто как бы кубиками накладывается мебель по клеточкам, по каким-то тоже очень-очень маленьким, то есть очень неудобно. Так, лампы есть, кассы, столы, декор, что такое декор вообще? Ладно, давай с кассы начнем. Касса, продажа кафе табле, блядь. Вот, касса. Вот, почему он наискосок-то я поставил? Ну, что за человек такой? Так, вот типа... Вот как понять, ровно она стоит сейчас или нет? По стене, естественно. Если по стене будет ровно, значит и так ровно. Вот, вроде ровно, да? Вот так не ровно, вот так ровно. Вот. Вот так влепим ее, эту кассу. Куда-то, ну, типа, даже практически посередине, можно сказать. Касса есть, 4 стола, декор, развлечения. Столы на кухне. Бля, кухня-то какая здесь? Откуда здесь кухню-то я возьму? Даже надо с кухни было начинать. Да. Кассу, наверное, вот сюда вот влепим с тобой. Ага. А вот кухня будет типа здесь. 5 секунд, что-то в носу зачесалось. Так, смотрим, значит... Пара-па-па-пам. Та-ра-ра-ра-ра. Надо купить для кухни шикарный стол. Чуть за стол такой, блин, компьютером. Важно все тут. Мне такой пока недоступен. Я очень этому не рад. Я бы такой хотел себе. Так, смотрим, значит. Стол есть. Холодос. Двигаем его сюда. Вот так вот ставим. Просто вот красиво, чтобы было. Наверное, ровно. Там как знать. Блин. Я хотел, короче, по стене выровнять.
а потом развернуть на ровно на 180. А потом подумал, а как я, блядь, ровно на 180 разверну, если здесь непонятно вообще, насколько ты вертишь. Давай относительно вот этого будем ставить. Вот так вот, ровно, ровно. Хорошо. Да что ж ты будешь делать-то? Да почему ты ставишь так криво ее, ну? Ой, да в жопу вот это вот все выравнивание, блядь, поставлю вот сюда. Так, холодос есть? Есть. А, значит, а почему попкорн 0 из 0 и вычеркнуто? Вот это вот вопросики. Печи фритюрницы. Так, печи фритюрницы мы с тобой делаем вот что. Вот такую вот. Классную. Конфорку. Короче, плиту. Плиту ставим вот сюда. Наверное, вот так. Ой, блин, да хватит дергаться, ну. Так, поставили, все здорово. Так, еще сверху нужно вытяжку. Что, вытяжка? Это ни хрена себе, здрасте, какая важная вещь. Все, нельзя поставить. Ну и ладно, будь повыше чуть-чуть. А нужна ли она была? Вытяжка-то. Вытяжка-то не нужна была. Так, декор, развлечения, столы, фритюрница, гриль. Фритюрница. Фритюрница это у нас что-то такое. Вот это вот фритюрница. Ой, а что за звуки такие страшные? Гриль. Гриль это что-то очень красивое. Это ли фаль, это не гриль. Гриль это гриль. Он так и должен называться вроде как. Ли фаль. Блин. А, это, блядь, это и есть гриль. Даже сверху написано. А, две вентиляции надо, ты гляди-ка. А почему оно все работает? Вот что вопрос. Ну, немножко одна выше, другая ниже, ничего страшного тоже не происходит. Раковина. Раковину обязательно нужно, потому что руки-то мыть нужно, все-таки в конце концов. Так, раковину вот сюда вот. Получается, у меня здесь вот везде кухня, блядь. И никакого разграничения нет. Что мне нужно-то еще? По кухне все, кроме шкафа. Шкаф и мороженицу нужно еще купить. Мороженица. Вот, на мороженица. Ага. И шкаф. Шкаф нужен. Шкаф. Шкаф, кухонный шкаф. Вот он. Вот такой вот. Вот сюда вот. Сгорит. Да и хуй на него. Не мое же. Ага. Чем ближе шкаф к рабочему месту, тем быстрее будет выполнять заказ вашего кафе. Понял, вот для чего мистер Неймис мне такое сказал. Едем дальше. Кухня на 100%. Интерьер. Столы. Столы, мебель. Мы с тобой уже... Знаем, какие столы нужно выбирать. Вот так вот. Берем, значит. Это в проходе будет стоять, ничего страшного. Даже пусть он стоит не в проходе, пусть он стоит вот так. Ага. Ага, вот так. Все, столы есть, декор и развлечения мне нужно еще купить. Декор это что значит вообще? Декор. Декор это, наверное... Так, досуг. Досуг это... Ну, блин, бильярд, конечно, не влезет, но... Не, можно, конечно, накостылять. И будет все влезать, но это вообще не круто. Так. Ну, типа, наверное, вот так вот как-то. Во. Развлечения есть. Осталось два декора, и будет все шикарно. Что за два декора, я вообще не представляю. Так, декор. Картины, вот, например, картины.
Ну, естественно, с Парижем, как же еще-то, ну, вот сюда вот один, и вот сюда вот второй. Ну и ну. Вот это да, ты смотри, какая красота. Половина кафешки это столовая, половина это столы и казино, вот это вот. Здорово. Так, как закончить это все дело? Завершить задачу. Уверен, что хотите завершить задачу и посмотреть результат. Конечно. Опыт плюс 500, деньги плюс 4000. Туалет и не нужен был. Новая фурнитура, подходящая для кафе или ресторана. Новый логотип. Ура! Все, собственно, наверное, на этом мы закончим. Сейчас мы наймем с тобой сотрудника одного, который будет стоять на кассе. И тогда уже можно будет заканчивать. Потому что, ну нифига себе, здрасте. У меня 5-й уровень уже. 5-й уровень. 5-й уровень, это не хухры-мухры. Потом мебелин поменяем, вообще будет все круто. На 7-м уровне будем мебель менять. На 7-м уровне у нас откроется новая мебель, и мы ее будем менять. У меня уже горло заболело, блин. Разговариваю. Что такое-то? Мошка какая-то летает, ты представляешь? Мошка какая? Откуда мошка зимой появилась? Четверг, новый день. У вас достаточно очков опыта, чтобы изучить навык. У меня 9900 денег. Опупеть. Вот сюда назначит работника. Вот этого. Все. Вот тебе здрасте. Вот и здорово. Так, мы с тобой сохраняемся. И прощаемся. И спасибо большое за просмотр. Обязательно поставь лайк и напиши комментарий, потому что, ну, без этого вообще не серьезно смотреть и не писать ничего. До встречи с тобой в новых видео, в новых сериях. Всем пока.